Артистка рассказывала о жизни с экрана, и телезрители смогли полностью удовлетворить свое любопытство. Ани Лорак считают одной из красивейших звезд эстрады. Пользователи соцсетей, не жалующие телепередачи, и вовсе могут судить ее внешности из того, что предоставляет сама певица, тщательно отредактированные, отфотошопленные картинки с эффектной стройной брюнеткой. Поэтому неудивительно, что многие просто мечтали увидеть реальное лицо украинской вокалистки. Накануне исполнительница побывала в гостях у Бориса Корчевникова, где поделилась пронзительными фактами из собственной жизни. Но еще больше, чем судьба артистки и ее переживания, зрителей интересовала физическая оболочка женщины. Всем было интересно, как выглядит Каролина на самом деле. Благодаря популярному шоу, любопытство народа можно считать удовлетворенным.